Всем привет! Вы на канале Аида Москва. Сегодня у нас 21, да? Да. Сегодня у нас 21 января, и мы с Саньгой решили пойти наконец-то прогуляться, выкинуть мусор, поздороваться с подписчиками. 10 дней дома сидели. Да, мы 10 дней дома сидели. На улице очень хорошо. Но ветер и минус 4. Да, ветер и минус 4. Так что мы пошли выкинуть мусор, а потом пойдем в Пятерочку. Так что вот купим кое-какие продукты, кое-что по хозяйству. Хватит уже дома сидеть, пора уже идти в Пятерочку. Вот мы наконец-то все купили. Вот наша Пятерочка любимая. Сейчас пойдем домой. Вот туда вот лестница такая. Вот тут там где-то больница. Вот тут такая стоянка терошная. Санька, расскажи, как мы сходили в магазин. Так, хорошо. Как вы себя чувствуете, Александр? Лучше, чем дома. Ну, блин, вот столько на улицу не выходить. Это вот так вот у нас выглядит. Дорожки вроде и не скользко, и снега много нет. Так что пойдем-ка мы дальше домой. Может быть, дома покажем вам свои покупочки. Покажем покупочки. Ладно. Ну а мы наконец-то пришли домой. Я хочу вам показать, что мы купили в магазине. Мы купили в магазине вот такой вот сиф-крем для ванны, для плиты, для раковины. В общем, короче, средства для чистки всяких там чистящих. Крем-сиф, актив-лимон. Если хотите, можете нажать на паузу и почитать, для чего этот сиф нужен. Так как у нас акриловая ванна, то нам нельзя покупать средства, который содержит абразив. Поэтому мы покупаем вот такой вот сиф-крем. Вот. Также мы купили вот такую вот пену для умывания. Очищающий пенящийся мусс от фирмы Сибирика. Я, конечно, не уверена, что это настоящий, что это не подделка какая-то, не аналог. Ну, вполне возможно, может быть, это и настоящий, хрен его знает. Напишите, вот я вам сейчас покажу. Если хотите, можете это нажать на паузу и посмотреть, для чего это средство. Вот такой вот мусс для очищения лица, очищающий мусс. Вот. Также мы купили вот такой дюшес, водичка дюшес. Опять купили вот такой вот хлебушек купили, вот такой хлеб бородинский купили. Вот такой вот йогурт со скидкой был, взяли 4 штучки. Вот такой сыр, свежий ряд. Вот такую колбаску взяли, краковскую, мясная ферма. Вот. Вот такой вот филе бедра. Буду готовить филе бедра, морковка, лук. Вот это вот все. Ну, а я буду заканчивать свой такой мини-бложек. Вот, вот, вот такие вот у нас сегодня покупки. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, пишите комментарии. С вами была Аида Москва. Всем пока.